Сегодня в Вахитовском районном суде прошло второе заседание уголовного дела, возбужденного в отношении Алмаза Нуриева. Напомним, его обвиняют в совершении насильственных действий двух несовершеннолетних девочек и изнасиловании женщины. Все произошло 4 ноября минувшего года в одной из гостиниц города. На заседание должны были опросить свидетели, но они на него не явились. Поэтому сегодня огласили их показания, и с одним из них подсудимый не согласился. Судебное заседание отложили на 23 апреля этого года для допроса данного свидетеля.